За спасение утопающих. Глава Сургута Андрей Филатов наградил жителя города и сотрудника полиции, которые вытащили из воды девушку. Все случилось 20 июля рано утром вблизи садового товарищества «Черемушки». На территории стихийного пляжа раздался крик о помощи. Первым отреагировал пенсионер Владимир Курбанов. Он около 4 часов собирался на раннюю рыбалку, но бросил все и кинулся в воду. До прибытия помощи мужчина удерживал девушку на поверхности, не давая пойти ко дну. Но и сам потратил много сил. Вовремя подоспел полицейский Сергей Кирилихин, который помог обоим сургутянам выйти из воды. Я, в принципе, не считаю, что я такой подвиг уж совершил. Ну, вытащил человека из воды, помог не утонуть. Слава Богу, что так получилось. Мы с сыном собрались на утро на рыбалку на карася. Поставили будильник на 4 часа. А я что-то как будто без 15, как будто меня кто-то толкнул. Встал, вышел на улицу и слышу: «Ой, помогите! Ой, помогите!» А буквально, ну, метров 300, наверное, там, да, от моего участка и до этой девушки, которая тут тонула. Я, не раздумывая, туда прыгнул в воду и поплыл. 20 июля получили сообщение, что просят помощи. Мы находились на службе, незамедлительно отреагировали, прибыли на место происшествия. Мы увидели, что девушка далеко от берега заплыла и просит помощи. И получается, как отреагировал, сразу же напарнику оружие передал и поплыл за девушкой. В период купального сезона подобные случаи не редкость. Трагедии в этом сезоне тоже достаточно. В той истории также один из купавшихся погиб. Большего числа жертв благодаря действиям неравнодушного сургутянина и сотрудника полиции удалось избежать. Наградили героев благодарственными письмами во дворце торжеств. Кроме того, отметили и особо отличившихся в труде.